Добрый день, вы на канале Мадам Валентина. Студия блогера Мадам Валентина на Яндекс.Дзен с такой же аватарочкой, что и на YouTube-канале. Как создать ролик и выложить его на свой канал? Вот нажимаем «Создать». Здесь есть написано «Видео». Можно видео сюда закачать до 3 часов. Заходим в галерею, нажимаем и выбираем тот именно ролик, который нужно сейчас выложить. Допустим, я вот хочу выложить. Здесь вверху появляется галочка. Нажимаем эту галочку и видео сейчас загружается. Вот. Видео загружается, пришла синяя полосочка. Здесь у нас будет название. Так, можете любое название, которое вам удобно. Я напишу батон или хлеб домашний. Хлеб домашний. Так. Описание можете тут написать, выбрать обложечку, сейчас появится, видео обрабатывается и появится здесь обложечка. Можно здесь также написать теги, например, хлеб, хлеб домашний. Так. Так, загрузился роличек, выбираем обложку, которая будет у нас, ну, допустим, вот эта обложечка, она будет здесь. Здесь есть такой вот подписчики, нажимаем. Кто будет смотреть? Все будут смотреть и комментарии оставлять. Все. Все, кто может комментировать? Я поставила все. Если я поставлю подписчики, будут только подписчики. Я ставлю все. Далее видео обрабатывается еще. И здесь есть вот такая стрелочка. Нажимаем стрелочку.